мушкетеры стоят полукругом. Это круто. О, да, шикарно. Давайте, ребята, давайте, ах ты! Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть Total Accurate Battle Simulator, и, собственно, у нас появились, ребят, новые возможности, новые перспективы, которые мы сегодня будем развивать, ребята. Я вот не знаю, какую карту бы нам взять, может быть, Японию возьмем, да, а может быть, последнюю, Сахару возьмем. Давайте Сахару возьмем и попробуем осуществить новые эксперименты, которые, ребята, вы мне написали в комментариях под прошлым видео. Я почитал и выписал несколько комментов, ребята, которые вы мне написали, и будем сегодня мы их осуществлять. Это у нас будут, соответственно, викинги. Давайте поставим викингов против ниндзя мастер. Ребята, обязательно ставьте, друзья, лайк, если вы хотите продолжения. И обязательно пишите ваши варианты, ваши эксперименты по поводу того, что бы вы хотели бы увидеть в будущих сериях под этим видео. Ребят, пишите комментарии, какие эксперименты вы бы хотели бы еще увидеть. Ну а мы сейчас начнем новую, собственно, битву. Это у нас викинги и ниндзя мастер. Так, ниндзя-мастер. Давайте поставим одного ниндзя-мастера. Я думаю, посмотрите, на 2880 я наколдовал викингов и поставил одного ниндзя-мастера. Я не знаю, ребята, сможет ли он затащить всю эту братву. Мне кажется, по-моему, он не сумеет. Ох ты, нифига себе, его замесили. Вы знаете, викинги, они очень сильны, потому что у них есть щиты. Давайте уберем, грубо говоря, половину и посмотрим, как у нас один ниндзя-мастер. Он парень-то крепкий очень даже. Смотрите! Да-да-да, со здоровьем-то у него, ребята, тяжко. Ну, собственно, ну он неплохо, конечно, бьется. Ниндзя-мастер, у него здоровье 1000, а у викингов у него... А у них, вернее, 300, получается. Но их целая толпа. Ну, не знаю, давайте уберем вот так, например, поставим. Может быть, они все-таки, ребята, щитами здорово прикрываются. И поэтому ниндзя-мастеру очень-очень сложно с ними. Смотрите, викинги вообще прямо изи его валят. Просто, ребят, изи. Он даже не может с ними справиться. Я поставлю даже троих викингов против одного ниндзя-мастера. И надеюсь, он их завалит. Завалил, да, ребята, троих он с трудом завалил. Викинги, они очень крутые. Я, наверное, еще если двоих поставлю, то он проиграет. Мне кажется, викинги должны затащить, ребята. Викинги должны. Одного, второго, третьего. Ах ты, все накинулись и толпой замесили, ребята. Троих он вывозит, а вот пятерых уже нет. Ниндзя мастер, это классный, кстати, дядька, но, по сути, если мы их поставим чуть-чуть побольше, если мы поставим их вот так, например, тогда они будут, мне кажется, более, так сказать, масштабную сделаем сейчас бойню. Вот, например, вот так, 5 ниндзя мастеров против, давайте по деньгам как раз расставим одинаково, но мне кажется, они не за... победят викинги, мне кажется, по-любому. Так, ставим 3500. Так, давайте уберем. Вот даже я викингов чуть-чуть меньше сделал по деньгам. Ну, собственно, давайте. 5 ниндзя-мастер против огромной орды, не знаю, племени, шайки викингов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто снесли, ребята. Просто вообще легко. Легко и непринужденно викинги у нас сносят ниндзя-мастеров. Давайте мы поставим их прям вот так вот побольше. Но все равно их, конечно, ниндзя-мастеров у нас немного. Но, тем не менее, я их прямо сделал в 3 раза больше. Посмотрим. Смотрите, какая идет дикая атака. Викинги. Викинги, по-моему, их валят. Вот сейчас со спины. Все, да, ребята, со спины. Викинги проигрывают. А когда они поворачиваются спиной, естественно, к противникам, тут же ниндзя-мастер наносит колоссальный урон. У них столько сюрикенчиков летит, огромное количество. Вот сейчас, мне кажется, будет сложно, будет очень-очень сложно. Давай, вали. Да, хорошо, держимся. Ну же, ребята. Так, вон там, я вижу, левый фланг, вернее. Вот здесь есть небольшие шансы. Осталось 2 ниндзя-мастера. Что они творят? Они просто закидывают звездочками викингов. Но викингов их довольно много. И, по-моему, сейчас они вляпаются, нет? Ты смотри, прямо почти у ног ниндзя-мастеров падают викинги.
Их еще прилично, и два ниндзя-мастера просто творят, ребята, чудеса, ребята. Ах ты, одного замочили, один остался. Давай, родной, вали. Прекрасно. Ах ты, осталось один последний викинг, и там два викинга, которые были просто в сторонке стояли. Мне кажется, если мы бы вот этого бы замочили, то было бы все окей. Но посмотрите, ребята, на стоимость. Получается, у нас викингов сейчас в данный момент, вот посмотрите, 5 было 100. Соответственно, здесь в два раза дороже стоит у нас викинг ниндзя-мастер. Собственно, ребята, викинги очень хороши для того, чтобы отбиваться... А против, например, давайте копьеносов так вот поставим. И мне кажется, сейчас будет против каких-то атак, не знаю, копий, сюрикенов или еще чего-либо. Викинги вообще молодцы. Так, по-моему, ниндзя-мастера сразу же поубивали же своих же копьеносов. Короче, в спины постреляли. И это прямо печально для них, мне кажется, закончится. Они погибнут за счет этого. Надо было аккуратней. Вот так вот все. Так, ну остался один у нас последний ниндзя-мастер, мне кажется, он не сможет затащить такую толпень викингов. Это просто нереально будет. Смотри, одного откидывает просто в сторону, но он бился до последнего. Да, дань уважения, конечно же, мы ему оставим. Я поставлю сюда просто вот таких, например, давайте лучников поставим. Так, лучников мы распределим вот здесь, чтобы наши... А ниндзя-мастера их не поубивали, не покидали им затылки своим же лучникам сюрикены. Так, ну что, давайте, ребята. Прекрасно. Лучники у нас просто будут отвлекать и разобщать, так сказать, строй. Ох ты, викинги. Викинги. Не, ну реально викинги очень сильные, черт. Вообще прям... Обалдеть просто. Так, ну что? Что? Ты забрался на скалу, ты думаешь, ты выживешь, да? Он думает, что он выживет. Он уверен просто в этом. Ниндзя-мастер бьется до последнего, потому что он ниндзя-мастер. И он не привык сдаваться, но тем не менее, толпой викинги их одолевают. Ребята, да, битва была шикарная, и мне кажется, викинги в данном случае, ну, лучше... Они, во-первых, дешевле, во-вторых, против ниндзя-мастеров даже никак, ну, собственно, замечательно против них можно биться. Если у тебя есть викинги, ниндзя-мастера просто не выдержат этого напора. Так, ну что же у нас есть еще самураи и мушкетеры? Я нашел еще один комментарий, это у нас самураи против мушкетеров. Так, это у нас Азия. Ставим вот так вот самураев против... А, или что-то мы много их поставили. Давайте сначала вот так начнем. Против мушкетеров. Мушкетеры у нас вот здесь. И, насколько мне известно, мушкетеры у нас... Так, давайте их чуть-чуть подешевле сделаем. Давайте ровные выставим. Допустим, вот так 560. И здесь у нас самурайчики. 550. Нормально. Приблизительно равные расценочки, равные силы. Мушкетеры у нас стреляют отлично, но... Ох ты, сразу снесли половину. Но долго перезаряжается. Это их минус. Это... Вау, шикарно. Но сейчас, по-моему, если самураи доберутся до них первыми, то, по-моему, вы проиграете. А, да. Самураи дошли. Дошли до них первыми. И нам нужно поставить, наверное, чуть больше. Я думаю, вот так мы поставим. Вот интересно, сейчас будет такой залп, дикий просто залп. Мы немножко подкинем сейчас самурайчиков, но я опять же их сделаю не так много. Допустим, вот так вот, да. Окей, я поставил, ребята, по стоимости меньше самураев, чем мушкетеров. Посмотрите, как они их снесли-то дико. Ну давай, родной. Ох ты, прекрасно. Половину отряда самураев слили, но они начинают резать мушкетеров как свиней просто, как свиней режут. Давайте, держитесь, ребята. Отлично. Так, бегут два самурая, ну же. Давай. Оу! Побеждает. Мушкетеры победили, ну, их потому что было больше. Ну, по стоимости получается их больше. Давайте добавим тогда немножко... самурайчиков, чтобы нам, чтобы наши самураи тоже могли одержать победу. Допустим, сделаем равную стоимость. Например, у нас будет вот так. Вот 1750 на 1760.
круто, мушкетеры просто стоят вот такой, делают залп, это прямо как кино какое-то. Вау, как красиво! Как красиво, битва просто сумасшедшая. Да, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас ближний бой пошел, и это очень плохо для наших мушкетеров. Смотри, спину одного, второго, третьего. Так, осталось у нас сколько? 4 мушкетерчика. Ох, это опасное, опасное дело. Все, все, ребята, приплыли, вас перерезали. И, в принципе, практически была равная битва. Осталось 5 самураев, это было круто. Это было круто. Но я думаю, мы сейчас сделаем эпик. Эпик, ребят, давайте поставим. Вот мне интересно, вот этот ряд, он выстрелит в затылки вот этим впереди ребятам. Они могут сами друг друга себя убить вообще. Легко, наверное, могут это сделать вообще без проблем. Давайте еще раз поставим. Так, а что у нас, почему не выставляется больше? А, у нас выставляется все нормально. Там просто... Нормально, вот так вот, например, сделаем. 4300 на, например... добавим еще побольше самураев, чтобы прямо они вот шли и шли и шли. Вот такими вот рядами. Вот так вот, да. Я сделаю немножко меньше самураев, потому что мне кажется, что мушкетеры себя сами поубивают. Давайте посмотрим. Выстрелят ли они своим же... Ну, естественно, своим же в спину. Ну да, они половину отряда сами же убили. Своих же. Они сносят просто... Ну, красиво, ребята, красиво получается, как они стреляют. Очень эффектно, эпично. И это мне напоминает фильмы про... Собственно, там Бородино, например, там что-то связано с Наполеоном, вообще прямо крутейшин, крутейшин. Я думаю, нам нужно будет расставить вот так вот немножко. Давайте мы вот уберем немножко наших мушкетеров и расставим их вот таким образом, чтобы они не могли выстрелить по своим же. Вот таким вот полукругом я предлагаю сделать, полукругом расставить народ. Вот так вот расставим их, да? Это будет круто, это будет круто. Таким образом, они своим же ребятам вред не нанесут. И поставим вот сюда. Например, вот так вот. Еще. Вот, вот, вот это сейчас будет, ребята, замес. Посмотрите. Мушкетеры стоят полукругом, это круто. Оу, да, шикарно. Давайте, ребята, давайте, ах ты, прекрасно, прекрасно. Хорошо сносим самураев, но сейчас вот здесь вот... Вот здесь вот. Ну давай, давай, давай. Вот здесь прям вообще жесточайший замес. Но тем не менее, самураям сейчас непросто, непросто. Смотрите, как им сложно. Главное, чтобы по своим-то не попали мушкетеры. Так, а здесь они отбились. Я там на скале их как раз поставил. Смотрите, сами же в себя иногда стреляют. Сами в себя или сами по своим же. Посмотрите, друг друга убивает. Это вот минус. И, тем не менее, один самурай, ах ты, запластал. Все-таки перед своей смертью, вот таким вот образом, одного мушкетера. Ребята, ну просто великолепно получается. Давайте поставим тайквандистов, мне кажется, с тайквандистами они точно должны затащить. Погнали. Давайте тайквандо. Ух ты, вот это сейчас будет. Огонь, пли! Да. Вот сейчас они, наверное, мушкетеры выхватят по полной. Блин, да чего они прикольные, мушкетеры. Ну, единственный, ребята, минус их в том, что они очень-очень медленно перезаряжаются. Ну, это им, конечно, простительно, потому что у них все-таки такое оружие, когда нужно было перезаряжаться постоянно. Так, у нас, ребята, здесь. Что у нас здесь происходит? И это было очень тяжело во времена, так сказать, мушкетеров. О-о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 -
невероятное. Невероятное замесище. Прекрасно, полукругом мы выстроили. Так, ну что ж, прекрасно, давайте мы сделаем еще какой-нибудь я комментарий, ребята, выберу сейчас. М16 против Трампа. Был такой коммент. М16 против Трампа. Давайте найдем М16. Где у нас есть М16? Я что-то прям не помню. Так, М16. Сейчас мы найдем. Против Трампа. Ну, Трампа-то мы сейчас быстренько поставим. Так, М16 у нас, по-моему, здесь. Вот он, да. Так, поставим вот, наверное, вот здесь вот М16-го. Одного. И против одного Трампа. Ну, естественно,
А давайте сравним их, значит, позиции, сравним их здоровье. У М16 всего лишь 100 здоровья, а у Трампа 5000 здоровья. Я думаю, вы знаете, кто победит. Давайте посмотрим. Да ладно. Да ладно, смотрите, он по Трампу попал, но Трамп, смотрите, он его может завалить, да ладно, М16 может убить Трампа с 5000 здоровьем, и он это делает, он его убивает. Это просто обалдеть, я честно говоря, был на 100% уверен, что Трамп победит. Давайте поставим Трампа чуть ближе, он все равно... не может стрелять почему-то, Трамп. Давай, дружище. Он, видимо, только может стрелять на близком расстоянии. А где твое оружие, Трамп? Ты потерял все свои стволы. Смотрите, он не может стрелять, у него нет винтовок. Он просто бежит и ошарашен от происходящего, Трамп. Давай. Все. М16 в одного уделывает Трампа. Вообще, ребята, изи. Это просто изи. Я в шоке. Давайте два Трампа поставим. Я думаю, с одним он все-таки не справится. Или справится? С двумя? Да ладно. Давай. У тебя есть еще одна винтовка. Черт возьми, она тоже улетает куда-то. Два Трампа бегут без оружия. Ну что вы? Что вы делаете? Да пригнись ты. Зачем? Он, короче, никак не может. Все, двоих сливает вообще, ребята. Как? М16 сливает двоих Трампов. Да ладно, вообще, серьезно? Я просто в шоке. Я поставлю даже четверых Трампов. Давайте сделаем просто четыре Трампа. Главное, что... Не, смотрите, как только добирается Трамп до М16, одно попадание, сразу М16 умирает. То есть здесь вот такая вот ситуация. Давайте три Трампа поставим. Сможет ли М16? Нет. Здесь на близком расстоянии не может. А, ребят, давайте еще такой сделаем эксперимент. Я поставлю Трампа, троих, даже четверых Трампов вот сюда. Даже, может, даже пятерых давайте поставим. Посмотрите по цене, да? У нас получается, мы тратим 10 тысяч на Трампов, да? 10 тысяч на Трампов и 3 тысячи мы тратим на М16. И посмотрим, что сейчас произойдет. Смогут ли они добежать до М16? Если смогут, то они убьют его с одного выстрела. Если нет, то они все погибнут, все впятером. И посмотрите, что творится у нас здесь. Все выжили Трампы, ну я думаю, если поставить 4 Трампов, то, наверное, М16, я думаю, победит, должен. Но я удивлен, ребята, я очень сильно удивлен, что М16 такой крутой, вообще реально очень крут. Так, давай, он затаскивает, ну, нифига себе, как его лупануло-то, одного. Слушай, остался всего лишь один Трамп или нет? А, нет, они улетают, осталось два Трампа. Он затаскивает, обалдеть. Просто обалдеть. Шикарно, М16. Ты красавчик, просто красавчик. Ну что же, время. Время нам сделать просто эпическую битву. Давайте сделаем эпик. Давайте сделаем, поставим несколько М16-ых. Например, на 33 тысячи. И поставим Трампов. Прямо дофига. Прямо, смотрите, мы поставили на 50 тысяч Трампов, но мне кажется, этого недостаточно. Я думаю, надо вот так ставить Трампов прям побольше. Посмотрим. Ух ты! Вот эта битва! Вот эта битва! Что происходит? Задача у М16 ни в коем случае не подпустить близко Трампов. Вау, вот это да! Шикарно! Какая красота, ребята! Какая красота! Они просто скидывают Трампов с карты! Смотрите, винтовки разлетаются куда-то в небо просто. Трампы проигрывают, ребят! Просто у них, посмотрите, по цене 82 тысячи и практически в 3 раза дороже стоят Трампы, получается. Я просто покупаю на... Сейчас вот столько Трампов на 162 тысячи, но я думаю, М16 должны победить все-таки. Если не победят, это будет просто, ребята, невероятно, невероятно. Посмотрите, как они тащат, какие они классные чуваки, вообще прямо. Но Трампы приближаются, ой, сейчас всех убили, да. Ребята, Трампом, как только приближается Трамп, они сразу убивают. Они сразу убивают, потому что у М16 здоровьишко... Совсем мало, совсем мало. Давайте поставим чуть побольше, ладно.
на такую толпу я поставлю чуть больше М16-ых, и посмотрите, какой замес, какая просто... У нас какие-то звездные войны, я здесь не знаю даже, как это назвать. Это просто невероятная схватка, невероятное месиво. Трампы не могут приблизиться ни на дюйм, просто к ним они, смотрите, держат позиции. М16-ые просто дико сливают Трампов, армию Трампов. Они же, кстати, могут ставить стены, но, по-моему, они только стоят вблизи. Посмотрите, они улетают просто с карты. Всех, всех убили. Подождите, кто-то еще у нас один... А вот они. Один Трамп. О, боже мой, он такой бежит. А что происходит вообще? А как так-то? Да, ребята, да. Ну что же, я думаю, на этом мы нашу серию будем, ребята, завершать. Если вам нравится эта игрушка, обязательно, ребята, ставьте лайк, пишите под этим видео ваши эксперименты, что вы хотели увидеть в следующей серии, кто бы с кем хотел бы встретиться и в каком количестве и так далее, ребят. Чем подробнее, тем лучше. А с вами был Родригес, подписывайтесь на YouTube-канал. Если вы у нас впервые, нажимайте на кнопку «Подписаться». Рядом, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили обязательно сообщения или уведомления по поводу новых видео. Потому что YouTube у нас, как известно, немножко багает, и поэтому жмите на колокольчик, если вы хотите быть подписанными на новые, собственно, видео или стримы на нашем канале. Я вам желаю успеха, удачи, с вами был Родригес, до новых встреч, друзья, всем счастливо и пока-пока!